Мощный атлантический циклон, последствия которого уже второй день устраняют на северо-западе и в центральной России, достиг Урала и Сибири. В Омске нарушено авиасообщение. Самолеты не смогли приземлиться из-за шквалистого бокового ветра с порывами до 30 метров в секунду. Несколько рейсов, в том числе из Москвы, направлены на запасные аэродромы. Сообщается также о многочисленных перебоях движений на федеральных трассах. В Челябинской области закрыта для большегрузов автодорога «Урал». Сегодня зафиксированы многочисленные отключения электричества в Пермском крае. Ущерб от разгула стихии оценивают в 7 регионах. В столице, например, повреждены десятки машин. На них упали деревья и рекламные щиты. Задерживается 10 пассажирских поездов по маршруту Москва-Санкт-Петербург из-за обрыва контактной сети под Тверью. Возможно, причиной аварии также стал ветер.